Сувенир – слово французское, переводится как «память». Гостям и участникам республиканского праздника «Тунг-Пайрам-2016» местные ремесленники могут предложить десятки изысканных вариантов для сохранения воспоминаний о Хакасии. Конкурс сувенирной продукции проводится в 11-й раз. В этом году мастеров попросили придумать особенные вещи, чтобы они могли стать достойным подарком. Были разработаны специальные сувениры с логотипом «Тунг-Пайрам» и представительские сувениры, поэтому было заявлено 53 участника, что радует по сравнению с 2006 годом. На самом деле быть оригинальным при производстве сувенирной продукции в национальном стиле довольно сложно. И техники, и материалы ограничены. Это традиционное дерево, глина, мех, кожа, текстиль. И все же мастера стараются быть самобытными и придумать что-то необычное. Например, Марина Мамышева, одна из победительниц конкурса, уже привычную хакасскую национальную куклу превратила в подарок-сюрприз. Здесь характерные особенности нашего традиционного костюма, и плюс есть такие приятные сюрпризы. В данном случае сюда, допустим, конфетами наполняется, то есть человек смотрит, вроде кукла, а когда открывает, там еще приятный такой сюрприз. Среди удачных новинок этого года организаторы отмечают изделия из глины. Это в первую очередь посуда, в которой на Тунг-Пайраме будут подавать национальные блюда. Художник-керамист Евгения Фитина разработала серию мелких сувениров из глины. Это всевозможные кулоны, керамические колокольчики и оригинальные циферблаты. Конечно, не обошлось на выставке и без изделий из дерева. У хакасских мастеров любимый материал – кедр. Стоят такие сувениры недешево, поэтому, чтобы продать, мастера стараются сделать акцент не только на декоративности, но и на практичность. Если взять, да, с коммерческой точки зрения, как вы говорите, изучая рынок в Хакасии, да, рынок маленький. Ну и постоянно, да, в таком драйве надо быть, людей удивлять, придумать что-то новое. Ну, рынок маленький. Победителями конкурса на лучшую сувенирную продукцию в этом году стали 6 человек. В ближайшее время они получат спецзаказ на выполнение своих оригинальных творческих идей. Сувениры этих мастеров будут дариться почетным гостям праздника Тунг-Пайрам. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.